Как достать сумку из ограблений? Сейчас все вкратце расскажу. Для глича нам понадобится автомастерская, любая, и доступ к ограблениям. Выбираем любое ограбление. Выполняем подготовительные задания. И идем на само ограбление. На выборе стиля для персонажа. Ничего не трогаем, оставляем свободный стиль. Можно только маску поменять. И да, обязательно свободный стиль. На самом ограблении ничего не надо менять. Делаем все по заданию. И да, это без комментариев. We gotta keep this fool in our pocket, or it's no paycheck. Then we gotta rob this motherfucker too. Just have him call me when you find the guy, alright? You got it. Когда вам остается только эвакуироваться или доставить заказ клиенту, короче, к окончанию заказа, то заходи в меню взаимодействия, вкладка стиля, меняем его на другой. Это можно сделать и в начале, да хоть в середине. Но за это время пройдет много катсцен, также вы будете не раз садиться и выходить из авто, поэтому ваш костюм может сброситься и вы не получите эту сумку. К сожалению, я не смогу показать результат, так как у меня вылетело штано, способ рабочий. Также я не проверял, можно ли сохранить стилик, останется ли она потом после перехода сессий. Так что оставлю это вам. Но однозначно знаю, что до окончания этой сессии сумка будет у вас.